Сегодня поделюсь с вами классным рецептом теста на пиццу. Мне этот рецепт остался от сестры. Сестра, по-моему, его позаимствовала у Джейми Оливера, но я этот рецепт уже сама под себя переделала методом проб и ошибок. Значит, это будет рецепт на 3 полноценные пиццы, ну, диаметром примерно 30 сантиметров. Значит, вам понадобится 450 миллилитров теплой воды. Туда добавляете 2 пакетика сухих дрожжей, приблизительно 20 грамм. И 2 ложки сахара столовые. Хорошо перемешали. Туда же сразу 3 ложки столовых оливкового масла. Все, еще раз перемешали и поставили в сторонку. Пока мы просеем муку для теста, уже там реакция произойдет. Потом берете 650 грамм муки просеянной, туда же чайную ложку соли и делаете такое углубление. Можно не делать углубление. Выливаете туда эту нашу опару. Все, и начинаете все это дело замешивать. Сначала ложкой я это делаю, потом рукой. Потом присыпаю стол мукой и там еще тоже пару минут вымешиваю. Я сильно там это тесто не мучаю. И себя тоже не мучаю. Вот так замесила, оно однородным стало, все достаточно. И оно может немножко прилипать к рукам, не страшно. Потом берете какую-то посуду, кладете это тесто туда, накрываете и на час теплое место. Посуду берите такую, чтобы тесто было где подходить, оно увеличится в раза 3. Я так сильно не заморачиваюсь, кладу его обратно в ту же посуду, которую я замесила изначально. Включаю духовку на верх-низ 50-70 градусов, не больше. И туда тесто отправляю. Минут 30-40 оно поднимается в 3 раза. А потом я делю тесто на 3 части. Стелю пергаментную бумагу, смазываю оливковым маслом. Туда кусочек этого теста. И начинаю с ним работать. Потом туда же соус, начинку, все. Выпекаю я при температуре 200-220. Вверх-вниз плюс конвекция. Обычно 8-9 минут и пицца готова. В описании к этому видео будет ссылка еще на одно видео. Заварное тесто для пельменей и вареников. Тоже, если кому интересно, можете посмотреть. Я люблю тонко, поэтому я раскатываю тонко очень тесто. Так, а если вы любите пиццу более потолще, можно будет потолще, будет более такое пушистое. Это классный рецепт, проверенный не один раз. Я пользуюсь только им. Пробуйте, делитесь вашим мнением, пишите комментарии, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу.